Мы с вами не можем избавиться от стресса. Стресс – это норма жизни, потому что жизнь меняется, и мы должны к ней адаптироваться. Это первое. И для этого нужна мобилизация внутренняя, которая позволяет нам адаптироваться. Проблема состоит в том, что мы зачастую не замечаем стрессовых факторов, а потом обнаруживаем у себя невротический симптом и думаем, откуда он взялся. А потому что действовали какие-то стрессовые факторы, которые вы не оценили должным образом, не поняли, что вам нужно сформировать новые модели поведения, не направили свою психическую активность на создание этих новых привычек, новых стереотипов поведения, которые необходимы, требуются для данных обстоятельств и так далее. Не смогли провести психопрофилактику и прочее. Дальше возникает симптом. Значит, поэтому наша задача, она, конечно, увеличивает с одной стороны осознанность, а с другой стороны иметь инструменты, как привести себя в состояние, когда вы можете здравым, свежим умом посмотреть на то, что вас окружает, на то, что происходит, и принять те решения, которые необходимы в данных сложившихся обстоятельствах.